Пожелание ко всем. Подходите к торговцам, покупайте или что-то делайте. Но в любом случае, когда у вас в руках окажутся вот эти георгиевские ленточки, сжигайте их прямо днем на плацу, на глазах, на площадях, принародно. И пусть народ этот месседж возьмет, он будет расширен. Мы пусть это сделаем везде, на каждом улице, на каждом перекрестке. И делайте видео, чтобы вся наша страна, весь мир знали, что казахи относятся негативно к российской георгиевской ленточке, которая символизирует коллаборацию, которая символизирует захват Казахстана и Средней Азии, которая символизирует собой захват Украины, которая символизирует агрессивную военную политику Путина, которая исторически родилась вообще, георгиевская ленточка, во время российско-турецкой войны против наших турецких братьев, которые пытались освободить мусульманские, тюркские народы Крыма, Кавказа. И почему мы должны российскую ленточку поддерживать? Солай! Рахмет всем! Сау бол, қазағым!